Куда сегодня направил объектив своего аппарата наш кинокорреспондент? Его внимание привлекло одно из уродливых явлений быта – хулиганство. К сожалению, на улицах наших городов иногда происходят и такие случаи. Хулиганы задевают прохожих. Никто не должен оставаться равнодушным к хулиганству. Мы можем и должны помочь милиции в борьбе с этим злом, так сказали комсомольцы Свердловского района Москвы. В свободное от работы время они несут вахту на улицах родного города. Молодежный патруль доставил штаб райкома двух нарушителей общественного порядка. Они дебоширили у кинотеатра. Это слесари одного из московских заводов. Теперь об их поступке узнают на заводе, в семье. Как видите, им стыдно. Они отвернулись от киноаппарата. Хорошо, мы не назовем ваших фамилий. Мы надеемся, что это больше не повторится. Полезное дело начали комсомольцы нашей столицы.